И Бог дал нам возможность пригласить его сюда сегодня. Поэтому давайте поприветствуем доктора Майса Монро. Спасибо. Спасибо. Thank you. Amen. You may be seated. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. I want to welcome you to our business seminar. Я хочу сегодня приветствовать вас и сказать вам добро пожаловать на наш семинар по бизнесу. I have a degree from the university in administration and business. У меня есть степень из университета, научная степень по бизнесу. I have built a worldwide organization. Я построил всемирную организацию. I have established major companies that affect a lot of people. И большие также организации, которые влияют сейчас на многих людей. I am involved in investments. И я также являюсь участником вложений. I have shares in banks. И у меня есть доли в банках различных. I just signed an agreement. И я только что подписал соглашение. To develop major restaurants in our country. Чтобы поставить такие основные рестораны в нашей стране. I am very blessed. Я очень благословлен. Financially blessed. Финансово благословлен. I did all of this business. Я сделал все эти бизнесы. Because that's why I was born. Потому что я понял, что для этого я был рожден. And I am a pastor. Я также и пастор. So people are confused. И люди иногда приходят в смущение, как-то в замешательство. I am a good businessman. Я хороший бизнесмен. And I'm a pastor. И я пастор. Most of the people that attend our church. Большинство людей, которые приходят к нам в церковь. Came to our church very poor. Пришли к нам очень бедными. Today, но сегодня in my country, в моей стране, in our church, в нашей церкви, we have the largest number of entrepreneurs in our nation. Мы имеем самое большое количество крупных предпринимателей в нашей церкви. I tell you that story for a reason. И я рассказываю вам всю эту историю по определенной причине. I am not from America. Я не из Америки. I am from a small little country. Я из маленькой страны. A third world country. Страны так называемого третьего мира. A developing country. Развивающейся страны. A young country. Молодой страны. Just like your country. Точно такой же, как и ваша страна. My country is 26 years old. Моей стране только 26 лет. For 200 years we've been under oppression. Более 200 лет мы находились под угнетением других стран. 200 лет. We were under the British colony.
Мы были британской колонией. 26 years ago we became an independent country. 26 лет назад мы стали независимой страной. Many of us could not read. Многие из нас не могли тогда читать. Did not have work. Не имели работы вообще. Did not have resources. Не было никаких источников существования. And today we are the number one country in the entire region of the Caribbean. Но сегодня наша страна является страной номер один на всем Карибском полуострове. And people ask, how did you become a successful nation? И люди начинают спрашивать, как вы стали такой процветающей страной? Our answer is the Bible. Наш ответ – это Библия. How did the people in our church become successful business people? Как люди из нашей церкви стали успешными бизнесменами? Because I taught them from this book. Потому что я учил их из этой книги. So I want to share with you some business principles. И поэтому сегодня я хочу также поделиться с вами некоторыми принципами бизнеса. From this book. Из этой книги. I want to begin by making some shocking statements. И я бы хотел начать с такого шокирующего утверждения. God did not create man to attend church meetings. Бог не сотворил человека, чтобы он посещал церковь. Просто чтобы посещать церковь. Please repeat this. Можем повторить это. Бог не сотворил человека просто для того, чтобы посещать церковь. This is important. Это важно. Secondly, во-вторых, God did not create man to have prayer meetings. Бог не сотворил человека просто для того, чтобы он посещал молитвенные собрания. Surprise. Сюрприз. God did not create man to sing worship songs. Бог не сотворил человека просто для того, чтобы он пел песни прославления. Surprise. Сюрприз какой. I am a pastor. Смотрите, пастор вам об этом говорит. And I am saying these things to you. И я говорю это вам. I have built by God's grace. По Божьей благодати я построил the largest church in my country. Самую большую церковь в своей стране. And I am telling you. И я говорю вам. That God did not create man to have worship services. Бог не сотворил человека для служения прославления. Surprise. Какой сюрприз. Let us read from the Bible why God created man. Давайте прочитаем из Библии, для чего Бог сотворил человека. He tells us. Он там точно нам говорит, для чего. If you have a Bible, если у вас есть Библия, I want you to read this with me. Я хочу, чтобы вы открыли ее вместе со мной. If you don't have a Bible, если у вас нет Библии, I want you to write down, я бы хотел, чтобы вы записали the chapter, главу, so you can read it for yourself. Так, чтобы вы потом могли найти Библию и прочитать сами оттуда. This is a business chapter. Эта глава, я бы ее назвал главой по бизнесу. Genesis chapter 1. Бытие, глава 1. And Genesis chapter 2. И Бытие, глава 2. This is a business chapter.
Это абсолютные такие главы по бизнесу. Это главы по вложениям, по инвестициям. It's a management chapter. Это главы по менеджменту. It's not a religious book. Вот эта книга, это вовсе не религиозная книга. This is a business book. Это книга по бизнесу. This is what Kiev needs. Это то, в чем отчаянно нуждается Киев. Business. Business. Chapter 1. Итак, Бытие, глава 1. Verse 1. Первый стих. In the beginning, God created the heavens and the earth. Вначале сотворил Бог небо и землю. First business principle. Первый принцип бизнеса. God created everything. Бог сотворил все. It's business. Это есть бизнес. The earth is the Lord's. The earth belongs to God. Земля принадлежит Богу. All of it. Вся она. God created the entire earth. Потому что Бог сотворил все. Он сотворил всю землю. It is his property. И земля — это его собственность. You must begin with the first principle of business. И вам нужно начинать с первого принципа по бизнесу. This is business. Я вам говорю совершенно о бизнесе. Everything belongs to God. Все принадлежит Богу. That's business. Это бизнес. It is bad business to believe. Плохой бизнес верить в то, that what you have belongs to you. Что то, что ты имеешь, принадлежит тебе. Even the breath you breathe. Даже тот воздух, которым ты дышишь. Does not belong to you. Он тебе не принадлежит. Health does not belong to you. Здоровье тебе не принадлежит. You have your job today. Сегодня у тебя есть работа. You have your business today. У тебя есть бизнес. Tomorrow. А завтра? You have cancer. У тебя рак? No business. И уже нет бизнеса. You have your business today. Сегодня у тебя есть бизнес. This is my business. Мой бизнес. I built this company. Я построил эту компанию. And there's an earthquake in the morning. А завтра утром землетрясение. Taipei. Taipei had an earthquake last night. И знаете, в Тайпее было вчера землетрясение очень сильное. Businesses gone. И все бизнесы, все фирмы. Five minutes. И нет, пять минут. Gone. Все. Ничего нет. Built 50 years of business. Кто-то строил 50 лет бизнес. Gone. За одну минуту. Five minutes. Ничего нет. So you say you are a businessman. Вы говорите, что я уже бизнесмен. Everything belongs to God. Но я хочу сказать, все принадлежит Богу. God allows destruction. Бог позволяет, чтобы происходили некоторые разрушения. Not to destroy you. Не для того, чтобы погубить тебя. But to remind you. Но чтобы напомнить тебе. Who knows better than you people? Кто знает лучше, чем вы? Семьдесят лет. There is no God. Нет Бога. And God says. А Бог говорит. We will see. Мы посмотрим. Verse
Now you depend on those who believe in God. И теперь вы зависите от тех, кто принадлежит Богу. To invest in your country. Чтобы те инвестировали в вашу страну. Just a reminder. Просто чтобы напомнить. The earth is the Lord's. Вся земля принадлежит Господу. Ukraine does not belong to the government. Украина не принадлежит украинскому правительству. It's business. Это бизнес. Isn't it interesting? И разве это не интересно? That God begins the entire Bible. Что Бог начал всю Библию. With one sentence. Одним предложением. Read it again. Еще раз прочтите. Everybody together, out loud. Еще раз прочитайте. Все вместе. Вначале сотворил Бог небо и землю. First business principle. Первый принцип бизнеса. You own nothing. Тебе не принадлежит ничего. Hallelujah! 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 Why is that important? Почему это так важно? If God tells you, если Бог говорит тебе, as a businessman, как бизнесмену, to give to the poor, дай бедным, what do you do? Что ты будешь делать? I worked hard for my money. I worked hard for my money, you say. Ты говоришь, я так тяжело трудился, чтобы заработать эти деньги. I will not give to the poor. Как же я могу отдать их бедным? This is my business. Это мой бизнес. This is my money. Мои деньги. Let them starve. Пусть голодают. You forgot. Ты забыл. It's not your money. Это не твои деньги. You forgot the first principle. Ты просто-напросто забыл первый принцип. The earth belongs to the Lord. Земля принадлежит Господу. And everything in it. И все, что на ней. And those that dwell in it. Все, кто живут на ней. Belongs to God. Принадлежат Господу. Even your employees belong to God. Представь себе, все твои работники принадлежат Господу. Good business. Это хороший бизнес. A good business person. Хороший бизнесмен. Is always aware. Всегда знает. That they don't have ownership. Что он не является владельцем. When you believe that. Когда вы верите в это. And you accept that. Когда вы принимаете это. God will give you influence over much. Даст вам влияние над многим. Whatever you own, все, чем ты владеешь, you will lose. То ты и потеряешь. You remember Jesus said something. Помните, как Иисус сказал нечто? He said, whatever you have, Он сказал, все, что имеешь, will be taken from you. Все будет забрано у тебя. But whatever you lose, но все, что ты теряешь, will be given to you. Все будет дано тебе. Business principle. Это принцип бизнеса. Principle number two. Принцип номер два. Business book. Книга по бизнесу, я повторяю. Verse 26. 26 стих. Then God said, "Let us make man in our own image and likeness." Бытие 1:26. И сказал Бог: "Сотворим человека по образу нашему." And let them have dominion over all the earth.
И да владычествуют они над всей землею. Why did God create man? Для чего Бог сотворил человека? To have dominion. Чтобы он владычествовал. Not to attend churches. Не для того, чтобы просто посещать церковь. Not to sing. Не просто, чтобы петь. Not to pray. Не просто, чтобы молиться. This is interesting. Так интересно тут написано. In chapter 1 and chapter 2, и в первой и во второй главе, everything is perfect. Все совершенно. These are the only two perfect chapters in the Bible. Это единственные две главы Библии, где все совершенно. No devil. Дьявола нет. No demon. Про беса ничего не сказано. No sin. Про греха ничего. No sickness. Про болезнь ничего. No depression. Ничего про проклятие. No fear. Нет страха. No torment. Нет мучения. No pressure. Нет давления. No divorce. Нет разводов. No abuse. Нет насилия. Perfect chapters. Совершенные главы. And God says, и Бог говорит, this is good. Бизнес — это хорошо. And in these chapters, и в этих главах, there are, эти главы, no pastors, тут нет пасторов, no apostle, апостолов тоже нет, no prophet, пророков тоже не видно, no teacher, учителей нет, no prayer meetings, молитвенных собраний нет, no worship singers, нету группы прославления, no church, нету церкви. And God says, и Бог говорит, this is good. Это хорошо. Interesting. Интересно. Uh-oh. Hallelujah. Hallelujah. We must repeat this. Наверное, нужно повторить. Because you do not believe this. Потому что вам нужно поверить в это. Или вы еще не верите? God created man. Бог сотворил человека. In his own image. По своему образу и подобию. And God said, и Бог сказал, have dominion, владычество over the earth, над всей землей. That's why I made you. Над полностью над всеми странами, над всей природой. This is business. Это есть бизнес. There's no apostle. Нет апостолов. No prophet. Пророков нет. No pastor. Пастора нет. No evangelist. Евангелистов нет. No teacher. Учителей нет. No preacher. Проповедников нет. No prayer meetings. Молитвенных собраний нет. No worship services. Нету прославления. No sacrifices. Нету жертвы. And God says, и Бог говорит, this is good. Это хорошо. I like this. Мне нравится это. Verse 27. 27 стих. You know, I was listening to Pastor Sunday. Я слушал, как пастор Сандей говорил. When he was talking a moment ago. Вот буквально несколько мгновений назад он говорил. And he asked a question. И он задал такой вопрос. How many businessmen do we have here? Сколько здесь бизнесменов? And they held their hands up, right? И там поднялись руки. And I became concerned. И я I became concerned about that. И меня так это озаботило. Because his sentence was not complete. Потому что его предложение, оно не завершено. He said, businessmen. Он спросил бизнесменов. As if only men can have business. В английском man, business, man, это означает только мужской пол, только бизнес мужчины, можно так сказать. Как будто только мужчины могут быть в бизнесе.
Do you understand? Вы понимаете? Are you translating me properly? Yeah, but okay, in Russian there is no difference. We have businessman for woman or man. Okay. Because in English that's dangerous. Ага. Значит, по-русски это не так опасно, да? По-английски это очень опасно. Когда businessman, это значит только мужчины. Why do I say this? Почему я говорю это? Потому что в 27 стихе it says, сказано. So God created man in his own image. И сотворил Бог человека по образу своему. Male and female created he them. Мужчину и женщину сотворил их. Verse 27. Посмотри, 27 стих, там сказано. Male and female created he them. Мужчину и женщину сотворил их. Verse 28. 28 стих. And God blessed them. И благословил их Бог. And God said unto them. И сказал им Бог. Male and female. И мужчине, и женщине. Be fruitful. Плодитесь, будьте плодовитыми. Multiply. Размножайтесь. Replenish and subdue the earth. Наполняйте землю и обладайте ею. And have dominion. И владычествуйте over everything in the earth. Над всем тем, что есть на земле. The assignment was for both male and female. Оказывается, что это задание относилось и к мужчинам, и женщинам. So God created man to dominate the earth. Итак, Бог сотворил человека, чтобы человек владычествовал на земле. What is dominion? Что такое владычество? Write the word down, I will show you. Запишите. Владычество. You were created to have dominion. Итак, вы должны иметь владычество, тут написано. What is dominion? Что же такое владычество? To dominate means, first of all, прежде всего, владычествовать или доминировать to govern. Означает руководить чем-то, управлять. Скорее, управлять чем-то. Number two. Номер два. It means to rule as a king, to rule over. Означает царствовать как царь. Опять же, руководить. Thirdly, it means to control. Еще одно значение – контролировать. Fourthly, it means to manage. И также это означает management. Быть менеджером. Fifthly, it means в-пятых, это означает stewardship. Stewardship. Это служить. Быть служителем. Sixth, it means шестое. To lead. Означает вести. It's a powerful word. Это мощное слово. So when you read this поэтому, verse, когда читаете этот стих в Библии, all of those words in the verse. Поставьте все эти перечисленные слова в этот стих. So God says. Итак, Бог сказал. Let us make man. Давай сотворим in our own человека image. По образу и подобию нашему. And let them govern. И пусть они управляют. To rule. Руководят. Let them control. Контролируют. Let them manage. Будут менеджерами. Let them lead. Ведут. The fish of the sea. Над и полностью владеют рыбами морскими. The birds of the air. И над птицами небесными. The beast of the field. И над зверями полевыми. And everything that creeps on the ground. И все то, что ползает и бегает по земле. Let them dominate that. Нужно, чтобы человек доминировал, владычествовал над этим. Business principle. Это принцип бизнеса. God says, dominate. Бог говорит, everything on the list. Владычествуй, доминируй над всем тем, что здесь сказано. Please write down the list. Пожалуйста, запишите себе такой список. Number one. Номер один. Birds. Птицы. Two. Номер два. Fish. Рыбы. Three. Три. Cattle. Animals of the field. Cattle. Cows. Скот.
Четыре. Plants. Различные растения. Растения. Six. Шестое. Five. Пятое. Five. Пятое. Everything that creeps. Все то, что передвигается, что ползает. That list is from the Bible. Это, вот этот список полностью взят из Библии. This is very important. Это очень важно. Look at the list. Посмотрите теперь на этот список. What is missing? Чего там не хватает? Man. Man.